Hey, ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал снова. Сегодня мы поговорим с вами о самой топовой косметике 2020, косметика, которая работает и которая является must-have'ом этого лета. Ну что, начну я прежде всего с того, что мы делаем перед тем, как подготовить наше лицо к макияжу. У меня это кремы от Supergoop. У меня очень много именно таких маленьких версий, потому как они очень удобны брать их в путешествие. И это их новый дизайн, и это их старый дизайн. Кремы очень шикарные, они очень хорошо ложатся на вашу кожу, они гелевые по форме, и эти крема идеально подходят как праймер перед нанесением вашего остального макияжа. Этот крем выходит в разных версиях, у них есть как сияющий финиш, как у этого, например, так и супер матирующий крем. Крема эти просто шикарные, у них имеется SPF 40, и к тому же они водонепроницаемые и против пота, до 40 минут защищают ваше лицо. В общем, идеальное средство, чтобы наносить его каждый день перед макияжем, защищает лицо и не оставляет никаких непонятных белых следов на вашем лице тоже. Дальше передвигаемся к уже праймеру самому. Я купила этот праймер, шикарная вещь от NYX, праймер с экстрактом каннабиса. Он очень иллюминизирующий, то есть он делает ваше лицо очень сияющим, и очень многие люди пишут, что его даже можно использовать как основу. То есть как крем тональный сам, он очень легкий, он очень вкусно пахнет, пахнет он не как, знаете, ваш обычный праймер, который почти ничем не пахнет, у него имеется аромат, как мне кажется, что-то вроде каннабиса даже самого. Этот праймер обещает нам 24-часовое увлажнение, но так как у нас каннабис в составе, он нереально будет увлажнять вашу кожу, и да, лицо приобретет у вас такой сияющий эффект, но не то, что это будет прям блин-блин, но он может быть немножко сильно сияющим для некоторых людей. Дальше, у меня есть два моих фаворита на данный момент, это крем тональный от ColourPop и их Pretty Fresh, кстати говоря, новая линейка их, обновленная, в ней есть кокосовое масло или кокосовый экстракт, для многих людей кокосовый экстракт, кокосовая вода, она является аллергеном. Я использовала этот крем, может быть, неделю, и заметила, что у меня здесь образовался прыщик, у меня никогда здесь не было прыщей, и я использовала этот крем, то есть я связываю это с тем, что я использовала этот крем, и он у меня появился. Но я не хочу в это верить, потому что крем настолько классный, он не очень тяжелый, у него очень приятный сатиновый финиш, он отлично перекрывает все ваши недостатки и делает лицо супер приятно выглядящим. Вот, ну, как будто бы вы используете какой-то дорогой крем. Я долгое время использовала крем от Yves Saint Laurent и перешла на это за $16, и могу точно сказать, что он почти так же действует, но здесь кокос, поэтому аккуратнее с этим. Дальше, тональный крем от бренда Vinci Luxe. Я купила его, и я угадала с оттенком. Он прикольный. Здесь, во-первых, есть SPF 30, и этот крем сделан на основе экстракта зеленого чая и граната. Он отлично делает вашу кожу сияющей, здоровый оттенок. Он немножко маслянистый, нанося его на ваше лицо, будьте готовы к тому, что у вас, возможно, будет много сияния, и вы хотите использовать какую-то пудру, чтобы закончить макияж с этим тональным средством. Пахнет очень вкусно, очень такой потрясающий летний аромат, у него не такая большая кроющая текстура, как, допустим, даже у этого. Этот именно такой супер легкий, когда у вас нет каких-то проблем с вашей кожей, идеально просто подойдет. Стоит он в таргете около $25-28. В принципе, за эти деньги, это не очень дешевая цена за крем для именно бюджетных марок, поэтому если выбирать между этими двумя кремами, я бы, наверное, даже взяла этот, а не этот. Но они оба хороши, каждый по-своему хорош. Поговорим о румянах. Эти румяны от NYX вышли относительно недавно, и они завоевали уже большое количество любви от тех, кто любит бренд NYX. Это выглядит как будто бы блеск для губ или как будто бы помада для губ в такой жидкой форме, но это румяна. Цвет, он не какой-то супер розовый, он такой нюдовый. Эти румяна в оттенке Nude Tude, и, кстати говоря, они сделаны в Тайване, что очень даже неплохо, потому что румяны, которые сделаны в Китае, например, они, как правило, чересчур пигментированы, это вот 100% факт. Дальше, давайте мы перейдем к помадам. У меня здесь есть две помады от двух разных брендов. Этот бренд называется Vienza.
Бренд, который только начал входить в, так сказать, торговый маркет США, я сначала подумала, боже, какой супер розовый цвет, куда я буду его носить. Но когда вы наносите его на ваши губы или тестите на руке, он настолько невидимый, он еле-еле розовый. У этого блеска просто шикарный состав тоже, одни масла и никакой химии. Поэтому, если вы видите этот бренд, который называется Uenza, то обязательно покупайте, потому что этот блеск определенно стоит своих денег, особенно хорош на лето. Следующая наша помада, это будет помада от Glossier и их линейка Floss. Этот блеск в оттенке Lux, и посмотрите на его цвет, он очень летний, невероятно летний цвет, как мне кажется. Текстура этого блеска немножко другая, не такая, как наш прошлый блеск масла. Он немножко более тягучий, но он дает шикарный пигмент. Не могу сказать, что он супер долго остается, как и все, в принципе, блески, но мне нравится цвет и мне нравится текстура, а тем более это Glossier, тот самый инстаграмный бренд. Следующее средство из нашей коллекции – это вот такой гель-фиксатор от Elf. Вы знаете, Elf в последнее время очень сильно шагнули вперед с их инновациями, с их новинками. Вот в США прям Elf, вот реально бренд, который постепенно превращается из бюджетного в какой-то более такой хайповый, что ли. Это очень круто, я считаю, потому что у них невероятно приемлемые цены и качество тоже на высоте. Так вот, этот гель фиксирующий для бровей, он в идеальном тауповом оттенке. Он стоит $3, но тут, конечно, не очень много объема, но он шикарный. Когда я пользуюсь этим фиксатором, мои брови приобретают настолько натуральный оттенок, насколько никакая Anastasia не может сделать с моими бровями, когда я использую ее средство. Просто супер натуральный эффект, который вы только можете мечтать получить от даже люксовых средств. Это must have для тех, кто любит бюджетную косметику. Следующий у нас на подходе мисты. Я очень люблю мисты, я начала ими пользоваться, может быть, полгода назад и поняла разницу. Когда вы используете мист и не используете мист, кожа выглядит и ведет себя в течение дня совершенно по-другому. Поэтому сейчас без мистов я никуда не выхожу. Эти мисты у нас от бренда Milani, это бюджетный американский бренд, они сейчас тоже развиваются очень сильно, выпускают много разных коллекций, прям приковывает внимание это все на самом деле. Каждый из них стоит $10, и здесь у нас 60 мл в каждом. Я смотрю американских блогеров и также бьюти-блогеров. Так вот, одна из рекомендаций — это использовать эти мисты вместе. Один из них матирующий, другой из них сияющий. Если у вас, допустим, жирная кожа, что нужно делать? Вы сначала пшикаете этим матирующим мистом на все лицо, ждете немножко и брызгаете уже сияющим мистом для того, чтобы сделать вашу кожу дьюи. И это работает, реально, лицо выглядит настолько дорогим, кстати говоря, сейчас у меня также эти мисты на моем лице есть, и чувствуется, что макияж никуда не уходит, он остается на месте, и также лицо выглядит гораздо-гораздо дороже. Летом это пора, когда за волосами нужно ухаживать не меньше, чем за лицом, и я с этим соглашусь, потому как волосы тоже могут перегорать, тускнеть и так далее. Мои два фаворита. И начнем мы, пожалуй, именно с первого спрея от Пола Митчелла и их серия Авапуи. Что такое Авапуи? Авапуи — это вообще цветок, который произрастает только на берегах Гавайских островов, Гавайях. Этот цветок известен своей способностью моментально оказывать увлажняющее действие, а также удерживать влагу внутри. Смысл этого спрея в том, что после уже укладки именно вы пшикаете этим спреем на корни ваших волос, и ваши волосы не пушатся, так сказать. И со временем использования этот спрей также предотвращает потускнение волос после окрашивания. И написано, что этот спрей имеет средний уровень фиксации. Очень хорошо помогает против того, чтобы ваши волосы были везде и всюду на макушке. Очень рекомендую на самом деле. Дальше. Следующий спрей — это спрей от Bad Head. Основной его функцией является придание блеска волосам. Он нереально вкусно пахнет. Вся косметика от Bad Head приятно очень пахнет. Что вы делаете? Вы наносите это на ваши волосы, допустим, после укладки, и вкусно пахнете. То есть он не только дает вам хороший аромат, как будто бы духов. Он дает вам легкую фиксацию, это да. Насчет блеска я его не увидела. Я не знаю, может, он где-то не там у меня появился, может, на макушке у меня появился. И, кстати, в США цена за этот спрей составляет $18 или $10, если вы покупаете его в стоковом магазине.
И наш следующий, последний товарищ, это вот такая пуховочка от Beauty Blender. Вы знаете, я получила эту штуку в наборе от Sephora. Она шла как подарок в одном из сетов. Сначала я не поняла эту пуховочку. Сначала я подумала, что это вообще такое, как этим пользоваться, бла-бла-бла. На самом деле, эта пуховочка — инновационное изобретение для нас, женщин. К примеру, вы делаете контуринг, и вам нужно срочно поправить вашу щеку, чтобы контуринг выглядел гораздо более эстетично. Как это работает? Вы берете эту пуховочку и вот так вот прикладываете, ну, в общем, вы поняли, и образуется такая линия прямая. То есть, по сути, не нужно использовать целую кучу пудры, тональных кремов, консилеров. Можно использовать эту пуховочку, и все будет вообще чики-пуки. Также эта пуховочка отлично подходит для освежения макияжа в течение дня. Сделана из такого материала, который как бы холодит, может там какой-то гель внутри, я так полагаю, да, там гель. Эта пуховочка, она как замена пудре в течение всего дня, то есть если я сейчас ей проведу по своему лицу, конечно, у меня весь блеск моего лица уйдет, вот именно жир, я бы так сказала, и все. Я не знаю, как ее стирать, можно или нет, но... скорее всего, мыть, но я считаю, что это гениальное изобретение на это лето. И стоит она на Sephora $15. Ну что, ребят, надеюсь, вам понравился мой сегодняшний выпуск. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, чтобы развивать этот канал, потому что канал еще зеленый. Кстати, а что вы считаете самым must-have'ом из всего вышеперечисленного, о чем я сегодня говорила? Пишите в комментариях, я буду очень рада увидеть ваши ответы. Ну а я с вами не прощаюсь, ребят, еще увидимся. Всем пока!